начиная свой подъем на гору Догэ. Сейчас будет щелк, и мы телепортируемся уже на вершину. Щелк! На вершине горы стоит такая скульптура. С вершины открывается прекрасный вид на холмы в закатных лучах. Столицу Тывы, Кызыл. Город как на ладони. Именно здесь, на вершине горы Догэ, хочу сказать, что здесь живет очень добрый, гостеприимный народ, отзывчивый, который меня просто останавливает на трассе, спрашивает, все ли в порядке, нужна ли какая-то помощь. Если ты стоишь на улице в поселке, то тебя пригласят домой, напоят чаем. И это не единичная ситуация. Люди здесь все такие. Здесь очень красиво, здесь прекрасные земли, здесь просто недооцененные красоты, холмы, реки, озера. Этот вид на гору Догэ того стоит. Я вам рекомендую посетить Тыву, а не слушать всякие мифы и легенды из 90-х. Тыва, ты навсегда в моем сердце.